Заполнение документов, медосмотр и, конечно же, небольшое волнение. Ребята из Одинцовского округа отправились на первую смену в летний оздоровительный лагерь «Горизонт», который находится в Клину. Кроме того, мы очень ждем, когда состоится конкурс на приобретение путевок в Крым. И тогда уже 137 наших школьников поедут на поезде на море в Крым. И 52 ребенка, наши старшеклассника, отдохнут в лагере «Настоящих героев», который находится на Кубинке, в парке «Патриот». Елизавета отправляется на летний отдых в лагерь впервые. Мечтает обрести новые знакомства и впечатления, признается школьница. Я еду в «Горизонт», чтобы найти новых друзей. Я еду в этот лагерь первый раз. Надеюсь, будет интересный лагерь, потому что почитала информацию и отзывы, мне понравилось. У меня есть еще вторая дочка, которая может поехать, той 15 лет. Но не знаю, согласится или нет, пока в очереди находится на четвертую смену. В этом году в Одинцовском округе запланирована большая летняя оздоровительная кампания. Будет открыто 4 полноценных и 34 лагеря дневного пребывания. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».